На Кипре немного больших городов. Почти все они на побережье, у сверкающих солнечных бухт. Казалось бы, море для рыбака, как щедрое поле для земледельцев. Но у берегов Кипра море скупо. Сети нередко остаются пустыми. А наживка, которую солят, чтобы не испортилась на солнце, не всегда соблазнит кефаль или серебристую ставриду. Только самым упрямым и самым удачливым живое серебро моря может обернуться двумя-тремя звонкими монетами. Фамагуста. Порт. Морские ворота острова. Почти в самом его центре возвышается замок. Доверчивый мавр Отелло владел им. Под его сводами некогда разыгралась трагедия добра и зла, любви и ненависти. Однако вернемся к нашим дням. Природа несколько странно распорядилась с Кипром. Щедро одарив его солнцем и плодородной землей, это Лефкара, одна из деревень Кипра. Чем так взволнованы ее жители? Когда урожай собран и молодое вино отстоялось в кувшинах, настает пора свадеб. Сначала, по древнему обычаю, друзья бреют жениха. Потом дарят на счастье деньги, катают ребятишек по мягким перинам.
Дай Бог вам достатка, любви и звонкого детского смеха в доме. Но не только веселыми свадьбами славится Левкара. Кто может сказать точно, сколько тысячелетий этому ремеслу? А когда ткань готова, она попадает в руки искусных мастериц. Наверное, свои узоры кружевницы Левкара подглядели в солнечных бликах, так щедро разбросанных вокруг. Мелькают в проворных пальцах стальные иглы, и словно оживает серое полотно, украшенное тонкими рисунками. А сколько нужно терпения и искусства, чтобы из куска грубой глины вышла чудесная амфора, кувшины для вина или декоративное блюдо. Чего не сделают руки человека? Самый удивительный и чудесный инструмент из всех когда-либо созданных природой. Искусство этих старцев узкоспециализировано. Древней иконописью славятся монахи Варнавского монастыря, и, может быть, их дальние-дальние предки знавали и нашего Андрея Рублева. Молодой республике всего 2 года. За это короткое время на древней земле появилось много нового. Будущее страны всегда можно определить по ее молодому поколению, потому чем она живет, о чем мечтает, что делает. Для ровесников республики созданы детские сады. Растут они здесь веселыми, бодрыми, крепкими. Для их старших братьев наступила пора напряженной учебы. Молодому государству нужны свои специалисты. За 2 года существования республика наладила и укрепила международные связи со многими странами мира. Немало способствовала этому международная ярмарка в Никозии, в которой впервые участвовал Советский Союз. Ярмарку открыл президент республики, архиепископ Макариос. Наша страна
первый же день признала независимость Республики Кипр. Чистосердечные чувства дружбы между советскими людьми и киприотами растут и крепнут с каждым днем. На ярмарке они увидели не только наши новые станки и механизмы. Здесь киприоты снова встретились со своим старым и добрым другом, с Юрием Гагариным, которого еще недавно так горячо и сердечно приветствовал весь остров. Около 500 000 человек, столько же, сколько насчитывает население Кипра, побывало в нашем павильоне. Таков Кипр, который Байрон когда-то называл островом-страдальцем. Новая жизнь на Кипре только началась. Впереди еще много борьбы и труда. Придет день, и будущие историки напишут еще не одну книгу о том, как Кипр стал островом свободы и счастья.